Дорогая Ленни, несмотря на довольно паршивое качество моей веб-камеры, я хотел бы поздравить вас с днем рождения, пусть и немножечко запоздало. Пожелать вам продолжения вашей великолепной творческой деятельности, успехов в труде, творчестве, личной жизни и их обороны от зачастую трудных условий нашего существования, в том числе в таких замечательных, развитых, удобных для человеческой и творческой самореализации землях, как Америка, Англия, Франция, где мы с вами имеем счастье пребывать в данный момент. Соответственно, я по всю сторону Атлантического океана, а вы как бы в некотором смысле по ту. И хочу выразить надежду, что однажды, и может быть даже достаточно скоро, мы пересечемся с вами в реальной жизни, а не только на таких, безусловно, замечательных площадках, как Facebook, как великолепный фестиваль короткометражного кино на Фейсбуке, созданный премногоуважаемым Юрием Викторовичем Лонковым, где мы, насколько я помню, с вами изначально и познакомились. Поэтому я хочу выразить надежду даже в некотором смысле пригласить вас приехать к нам в Нью-Йорк. Ну и также выразить надежду, что когда-то, и может быть даже не так уж за горами во временном отношении, я смогу посетить вас и многих других замечательных людей в Париже, Лондоне, Берлине, Эдинбурге и многих других знаковых и исторически очень важных для русской культуры городах. Всего вам самого лучшего. Еще раз с днем рождения.